всех он слаще дорог. Пусть несет он молчание, стал границей слов. Пусть явил он ничтожество нашей меры земной и грехов моих множество положил предо мной. Даже самое белое до конца приходит спасающий не к небесным святым. Этот свет не мерцающий сходит к людям простым. Когда он спускается в скудный мир маяты, то душа откликается у последней черты. Спасибо. Здравствуйте, дорогие мои. С вами передача «Лавровские встречи». Я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях композитор Михаил Малевич и певица Мария Петрова. Это наша уже вторая передача. Я так заслушался, что потерял дар речи, можно сказать, в начале передачи. У нас идет постная такая программа. Очень интересно. Еще раз нам всем подумать о своем состоянии духовном. Вот, может быть, как-то через песню, через слова такие призывающие к покаянию, еще раз прочувствовать свою греховность, покаяться, и чтобы в этот пост нам встретить Пасху с радостным сердцем. Оказывается, у нас в России раньше были великопостные концерты. Да? Это такая давняя традиция. Да, это давняя традиция. И открыл эти сезоны директор певческой капеллы в России Алексей Львов. Вот. И было же принято закрывать театры, усилительные заведения. И чтобы люди как-то возвышались душой, и кроме богослужений, можно было посещать концерты классической музыки, звучали хоры, можно было послушать духовную музыку в исполнении певческой капеллы, архиерейских хоров и синодального хора вот в зале Дворянского собрания, ныне Большой зал филармонии. Но сейчас эта традиция продолжается. Продолжается, да, она возобновилась.
к счастью. Все по благословению, владыке. Да, да, да. И люди могут посещать концерты, наслаждаться духовной музыкой. Да, это приносит большую пользу. Причем да. в больших залах, вот в большом зале филармонии, вот у нас в Петербурге, все время уже не один сезон. А вы участвуете в таких мероприятиях, сами участвуете? Ну, мы сами делаем, мы свои делаем. Вот в прошлом году у нас был великопостный концерт в музее Державина. Вот, да. Прошлая программа у нас есть вот специально на пост, как ну, и на вот Рождество, написано, и на Пасху, да. и на осень у нас, так сказать, несколько программ. Таких. Но мне бы хотелось еще вернуться вот к этой песне, да. потому что слова, по-моему, потрясающие. И вот к этой поэтессе Надежде Павлович, вот Михаил тоже хотел сказать несколько слов о ней. Она поэтесса Серебряного века. Она в ряду таких поэтов, как Белый, Брюсов, Блок, она, хотя была моложе, конечно, но она выступала с ними на одних вечерах и общалась. А с Блоком она просто была очень близка и очень тяжело переживала его смерть. Mm-hmm. Причем она вот, от ее воспоминаний мы знаем, что последние его слова были «Он просил прощения у Бога». Вот. И после у нее был душевный кризис после смерти Блока, она молилась о какой-то помощи какого-то человека, и ей подсказали поехать в Оптину пустынь, и там она встретила старца Нектария и стала его, ну, по-моему, келейницей даже. В общем, она их потом очень много сделала для сохранения вот, Оптиной пустыни. Такая удивительная поэтесса. А потом она писала в советское время для детей стихи, потому что духовные, конечно, стихи нельзя было. Вот. И умерла она уже, по-моему, в 80-м году. То есть вот такая... Да, интересная история. Текст потрясающий, правда? Текст песни просто потрясающий. Да, вот тут горький дар покаяния, всех он слаще даров. Потому что действительно сладость... Она вот покаяние, она вот такая необъяснимая, парадокс такой, он существует. Как Господь останавливает человеку последние черты своим светом и своей любовью, да? Да. Давайте дальше. Как можно больше хочется вас послушать. Что у вас там в вашем репертуаре? Сейчас вот песня, она довольно редко мы ее исполняем. На слова народные «Господи помилуй». Очень известная есть кант. Он в книге отца Николая Гурьянова есть. Ну, например, в фильме «Остров» там герой напевает эту песню тоже, этот кант. Ну, мне захотелось по-своему, я услышал по-своему эти слова. Вот. Сейчас я попробую. Там отец Анатолий, да, сидел на колокольне, да? Да, 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 да. Прости, помоги
Спаси Господи. Ну вот в прошлой передаче мы говорили о вообще духовной песне. Вот я хочу сказать, что, конечно, вот я говорил, мы говорили о профессионализме, да, но с другой стороны, духовная песня вот в нашем бытовании, она в основном рождается как раз у людей, которые не консерваторским образованием, да, ну, если даже брать вот такого Джаву, Высоцкого, и дальше духовная песня, собственно, это от Иеронаха Романа в основном пошла, и далее... И здесь вот профессионализм-то, он как раз присутствует, очень высокий. Но, с другой стороны, это народное. То, что Глинка говорил, музыку создает народ. Народ создает вот эту интонацию. То есть я вот сам бы, вот без, если бы не было этой музыкальной среды, вот, народной и вот духовной песни, которые вот многих очень я слушаю, особенно вот на, будучи на Александро-Невском фестивале, где я в жюри постоянно, вот я очень много слышу, и мне это, конечно, питает тоже мою музыку, так же, как и вообще и церковь, будучи в церкви, конечно, и слушание церковной музыки. Я хочу спеть песню. Так, ну, я не знал, какую песню мне петь в второй части нашей передачи, а тут мне на ум пришла песня моя старая. Хочу вам спеть она как раз о покаянии. Склони колени перед Богом, поплачь, заблудшая душа, и поскорби перед порогом, и поразмысли не спеша о том, куда ушли все силы, на что потратил жизнь свою, куда меня мечта носила, в каком краю теперь пою. Душой и светлой совестью. И я любил всех, и все любили меня. И я вставал утром от тихого счастья. Так что же теперь стало со мной? Почему мне так грустно, страшно и одиноко? Почему? Склони колени перед Богом, иначе жизнь твоя беда. С каким придешь к нему итогом, чем оправдаешься тогда? Веруй, Господи, помоги моему неверию, Господь мой и Бог мой. Верую, Господи, помоги моему неверию, Господь мой и Бог мой, Господь мой и Бог мой. Верую. Спасибо. Спасибо, Господи. Такая вот наша передача навела мне
такую песню, с определенным чувством. Давайте еще попоем, чтобы у нас песен, диалог не прерывался. Ну вот мы, наверное, еще две песни, наверное, успеем. Успеем. Давайте подряд. Подряд, да? Подряд, это сложно. Или поговорить надо? Да, лучше. Ну, что, там, я лучше, может, почитаю стихотворение. Ну, тогда вот... А через стихотворение? Недавно вот прошел замечательный вечер в БДТ, таисинский концерт, посвященный столетию со дня смерти Таи, представлению игумени Таисии. А мы надеемся, что в этом году, может быть, будет она и прославлена в лике святых. Вот, организованный отцом Геннадием Беловоловым. Mm-hmm. И там мы принимали с Марией участие. Вернее, я-то сидел в зале, но я написал песню «Мой крест» на слова игумени Таисии, а исполняла Мария с хором Тихвинского, архиерейским хором Тихвинского монастыря мужским. Вот, замечательно это было. Вот. И как, и такой был замечательный концерт, что как-то вот это была просто честь, что вот мы приобщаемся. Возвышенный такой дух, знаете, как-то столько вот, народу. Да, к святым людям, действительно, потому что был рассказ о игумене Таисии, о Некронштадтском. Некронштадтском. Да. Еще очень интересно было. Жаль, меня там не было. Вот. И мы бы сейчас хотели, наверное, спеть вот эту песню. Давайте. Уже теперь не с хором, а с фортепиано. Тебя, мой крест, ты символ искупления. Хвалю с тобой в скорбях, ты в них от рода мне. Хвалю с тобой, мой крест, в тебе мое спасение и в мой последний час. Мне помощь на кресте. Хвалю с тобой, мой крест, в тебе мое спасение и в мой последний час. Мне помощь на кресте. Сознательно несу тебя свободной волей, о, крест мой дорогой, люблю тебя душой, в тебе хвалюся я своею скромной долей, и грустно было бы расстаться. Знаете, обычно текст как бы через себя пропускаешь свои слова. Да. Здесь это слова, они выше меня, и потому что это святой человек. Я так только могу это в какие-то моменты, может, в жизни так вот почувствовать, такое высокое такое состояние. Вот.
И вообще, в принципе, самое главное, мне кажется, когда вот песню пишу, чтобы поэту понравилось. И часто поэт, если он уже его нет давно, но все равно я представляю себе, вот как бы мы, в общем-то, через это мы как-то соприкасаемся, знакомимся, и вот чтобы... Хочется поэта, бы, чтобы... Да, чтобы как бы, одобрил бы этот человек. Ну вот, Таисия Илюшинская тоже спрашивала. Я думаю, по общему настроению, по аплодисментам в конце, наверное, это понятно, что... Вот, ну, еще раз хотелось бы вернуться к посту, к великому, к покаянию, к его очищающим воздействию на человека. И настроение у нас сегодня такое вот, покаянное, и все ваши песни, они прям как жемчужины такие. Спасибо. Которые заставляют задуматься о всем. Все-таки у Федора Михайловича, мы сегодня вспоминали, у него есть такая фраза «красота спасет мир». Да. Она, красота – это Христос, да? Да, конечно. А я слышал, что именно это в советское время опустили. «Красота лика Христова спасет мир» у него. Да. Мы-то понимаем, это красота хорошо. «Красота» с большой буквы. Да. «Красота», так, да, «Христос». Вот, музыка – это же отголоски, да, того божественного, божественной гармонии. Вот. Ангелы поют. Я в детстве слышал ангелов, когда был маленьким. Они так пели тоненькими голосочками. И иногда вот улавливаешь, и в вашем голосе слышно, вот улавливаешь интонации ангельского пения. Вот мы, наша задача вот это вот и композитора, и певцов, и поэтов вот это... Не уронить. Уловить, да. Уловить. И не сфальшивить, не солгать, не самому себе, не Богу. Это самое главное. Да. Быть таким проводником божественной вот, красоты. Вот, и оно, это все на покаянные чувства человеческие. Человек вспоминает, по всей видимости, свое райское состояние. Вот. Да. Я тоже об этом думаю. Тоска почему люди плачут? Вот вы спели, да, мне тоже слезы. То именно хорошее искусство, я имею в виду высокое искусство, что-то нечто божественное, оно заставляет, видимо, действительно вызывает какое-то покаяние или умиление и размягчение сердца какое-то, умягчение. Человек становится лучше и добрее. Да. Ну, тут опасность есть еще сентиментального, значит, исполнения, сентиментального тоже как бы восприятия. Наша задача именно еще глубже, да, к покаянию призвать. Да. Потому что бывают и крокодиловые слезы. Люди начинают жалеть самого себя. Какой я бедный, несчастный, и все у меня плохо. Нет, вот. Именно от вот, восторга, от высоты. Вот, мне да. кажется, что... дай Бог нам эту ноту не потерять в жизни. Можно я прочитать стихотворение? Да. Я хотела сказать, что пост, вот еще добавить, что пост все-таки он для творчества, мне кажется, плодотворное такое время очищение. И смотрите, как Таисия Илюшинская пишет «Дорогие минуты». Мне кажется, созвучно. «Бывают чудные минуты, отрады полные святой, когда небесные лиры звуки как бы беседуют с душой. Бывает сердце упоение струи небесного вина, в благоговейном умилении душа стремится в небеса. Тогда смолкает вся тревога, и словно в сладкой дремоте мысль созерцает в небе Бога и внемлет горней красоте. Тогда все тленное, земное, так чуждо, тягостно для нас, и сердце чувствует иное, блаженство там, на небесах. О, как минуты те бесценны, в юдоле плача и скорбей, они нам дороги, священны, они отрада наших дней». Человека нет, да. Да. Поэзия, существуют слова. Ее вот, состояние ее души. Да, да. А у нас передача подходит к концу. Надо завершающую песню. Да, вот, мы, что бы вы хотели, да, спеть? Мы приготовили для конца вот песню такую уже в ожидании Пасхи, которая грядет. Тоже слова Татьяны Радыновой. Это песня, как бы, свет, который приближается, который мы ждем. Да. Спасибо. Будет свет, будет.
будет свет, ослепительный свет и заря после долгой ночи. И ни с чем не сравнимый пасхальный рассвет. Дорогие мои, наша передача окончена. С нами были композитор Михаил Малевич и певица Мария Петрова. Боже вам помощи, настоящего искреннего покаяния и достойной встречи Светлой Пасхи. Всего доброго. Всего доброго.